Свидетель нашелся лишь через 14 лет. Челябинский областной суд вынес приговор двум парням, которые палкой забили бездомного в далеком 2005 году. На скамье подсудимых двое жителей Еманжелинска. Их признали виновными по статье убийства. Они палкой забили прохожего, который попросил плеснуть ему алкоголя. В 2005 году одному из обвиняемых было всего 16 лет, второму 18. Парни выпивали спиртное около одного из домов. В какой-то момент к ним подошел бездомный и попросился в компанию. Одному из обвиняемых это не понравилось. Никон отвел этого мужчину за заброшенный двор, дом неподалеку от этого двора, и стал наносить удары ногами, руками по голове и телу. После чего подошел туда практически сразу Солодушенко, присоединился к действиям Никонова и также стал наносить удары руками, ногами, а также деревянной палкой, с которой пришел этот мужчина на место преступления, по голове и телу этого человека, потерпевшего. Причиной смерти потерпевшего стали травмы головы, острая дыхательная недостаточность и отек мозга. Сейчас убийцам уже за 30 лет. Установили их причастность к этому убийству лишь в 2019-м. На тот период установить лиц, причастных к совершению преступления, не удалось, поскольку прямых очевидцев на тот момент не установили. Дело было приостановлено, и в 2019 году свидетель Акуненков, это человек, который был в компании, который также подходил к месту преступления и видел, как избивает Никонов Солодушенков мужчину, дал признательные показания. Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы. Солодушенкову сроком на 6 лет в колонии общего режима, Никонову 17 лет в колонии строгого режима.